Это компьютерная модель нашей Солнечной системы с расстояния несколько световых лет. По мере удаления объектов на картинке все больше. Это с расстояния 2 миллиарда световых лет, множество галактик. Вот такие вот большие узелки на карте Вселенной называются скоплениями галактик. Есть узелки поменьше, это, может быть, их называют группами. Окинуть взглядом Вселенную астрофизики мечтают на протяжении полувека. Сначала карты нашего мироздания ограничивались скоплением нескольких тысяч галактик. Последний обзор, Слоуновский, названный в честь учредителя проекта Альфреда Слоуна, уже миллионы галактик, а масштаб — 4 миллиарда световых лет. Данные Слоуновского обзора, они помогают увидеть, посмотреть, как распределена материя во Вселенной, и в этом распределении увидеть так называемые барионные акустические осцилляции, их еще иногда называют сахаровскими осцилляциями у нас в России, и они являются, как бы, если говорить коротко, как бы эхом вот этого большого взрыва, из которого родилась наша Вселенная. В 2014 году на орбиту выведут российский аппарат «Спектр рентген-гамма». Его миссия – настоящая вселенская перепись. Один из главных вопросов, который должен разрешить «Спектр РГ» – эволюция галактик. Почему в центре каждой галактики массивные черные дыры? И как со временем изменялась их масса? Единственное, что по-прежнему остается мечтой будущего – заглянуть за границы Вселенной. Наблюдаемая часть Вселенной – конечна. Когда мы смотрим все дальше, мы идем назад по времени. Ну и когда мы смотрим совсем далеко, мы приходим к тому времени, когда Вселенная была очень плотная. Это называется большой взрыв. И свет даже дальше не мог распространяться прямо. Испытания аппарата вскоре завершатся. Инженеры приступили к созданию летного варианта. Конструкция – два рентгеновских телескопа – российский и немецкий. Это крупнейший, я могу сказать, вообще за всю историю сотрудничества между Россией и Германией, или Советским Союзом и Германией, эксперимент в области научного космоса. Это уникальная, получается, комбинация, которая позволяет взаимно дополнять друг друга. Орбита спектра РГ 1,5 миллиона километров от Земли, в 4 раза дальше, чем до Луны, так называемая точка либрации или точка Лагранжа. Рабочее место многих космических обсерваторий. Там атмосфера нашей планеты не мешает, а притяжение Земли и Солнца уравновешивают аппарат, так что корректировать орбиту не надо. Там есть условия не затенения, это условия постоянной радиовидимости, это обеспечение энергобаланса на борту, чтобы можно было непрерывно работать и обеспечивать выполнение научной программы. Сегодня на орбите уже трудится космический телескоп «Радиоастрон», сканирующий Вселенную в радиодиапазоне. Вслед за спектром РГ в космос отправят орбитальную обсерваторию «Спектр-УФ» для исследования дальнего космоса в ультрафиолете. Тайн мироздания станет меньше.